Всем привет из Сочи! Вы на канале Танюшины Орхидеи Сад. Хочу вам показать немножко своего райского уголка, что у меня здесь цветет. Но есть еще что показать. Моя нежнятина при солнечном, при светлом. Она вообще практически не видно, что у нее такой серебристо-розовый окрас. Крупная орхидейка, очень красивая. Здесь у меня последний цветочек. Вот так вот, леди Мармелад. Вывернулась в другую сторону. Посмотрите, какая у нее губенка. Хотя сам цветочек уже немножко потерял цвет, но губенка остается очень яркой. Она вот так вот закрутилась на двух цветоносах. Сейчас у меня активно все растят листья и корешочки. Ну и куда без нашей красоты. Тоже выгорела у меня на солнышке. Но посмотрите, все равно еще держит 4 цветочка. Достаточно долго. Здесь 2 цветочка и вот здесь 2 цветочка. Конечно, тоже сорт выгорает. Никуда не денешься. И вот там, посмотрите, она у меня уже 2 листика нарастила, пока цветет. Здесь у меня, конечно, моя самая долгоцветущая, самая красивая лапочка, которая никак не хочет мне давать корешочки, не хочет давать листики, но все цветет, все продолжает растить свои, что-то тут вот так и растет на 2 веточки, и все цветет. Очень плотные цветочки. Это мультифлорка с шикарной листвой, вот такой яркой, красивой. Но никак не хочет двигаться в плане роста. Здесь у меня мой котик растит листья. Вот такие 3 лопуха мне вырастил. Тоже надеюсь, что скоро даст цветонос. Ой, сейчас присяду, так будет удобнее. Посмотрите, какая лапочка. Раскрыла всю свою кисточку. Но. Вот смотрите, у меня в зале достаточно светло, попадает солнышко. Очень сильно выгорает. Долго уже, правда, цветет, но посмотрите, первый цветочек какой. И последний цветочек. Вот так вот она выгорает. Вот даже видно, можно проследить вот так вот, насколько этот почти белый уже стал. Вот так вот она выгорела. Хотя я отвернула уже от солнышка в эту сторону. Держит губенку яркую, а сами лепестки выгорают. Она у меня вовсю тут умничка. Вот здесь набухли на цветоносах вот эти вот кончики. Мне кажется, она будет что-то продолжать еще. Вовсю растит вот такую большую детку. Вовсю растит корешочки. Так что молодец, ничего про нее плохого сказать не могу. Клепочка. Ну, клепочка вообще умница. Она цветет практически постоянно. Несколько цветочков на этой кисточке сбросила. Ну, посмотрите, крупная, замечательная, яркая красоточка. Здесь еще один цветочек. Это вообще старый-старый цветочек остался. Растит опять лопухи. Ой, лопухи у нее прям знатные. Действительно, вот, наверное, самые большие в моей коллекции лопухи. Здесь у меня беглипчик. Гонит сразу один. И вот там вот, не знаю, видно, нет. Сразу еще один листик гонит, сразу по 2 листика.
Это тот, который с длинными цветоносами. Я их уже обрезала. Ну, посмотрим, пойдет из них что-то, не пойдет, будет видно. Наверху мои красотки гонят пока все-все-все. Гонят корешочки, гонят листики. Здесь у меня моя Ирен тоже гонит очередной листик. Там на окошке жду. А здесь внизу Лас-Вегас. Вот этот Лас-Вегас действительно цветун из цветунов. Цветочки не выгорают. Вот сколько времени они уже цветут, они не выгорают, долго держит. Действительно умничка. При этом, вот видите, молодой листик мне вырастил. Так что у него все хорошо. У нас все с ним ладится. Здесь еще тоже растим листик. И цветем. Вот этот один цветочек. Это Таня доумничалась и сломала вот здесь вот лепесток. Залезла неудачно и как-то надломила. Но остались еще вот так красоточки полюбоваться, яркие. Ими можно полюбоваться. Ну, еще моя одна вечная цветунья. Ой, сейчас пойду на корточки. Гонит вот такой листик. Тоже достаточно лопухастая, но у нее широкие листья. Вот видно, какие, да? Широкие. Это моя бабочка. Моя красотулечка. Тоже так долго цветет, не выгорает. Сейчас она у меня... Сейчас, наверное, зайду с другой стороны. Потому что я ее повернула из-за листика. Вот. Повернула из-за листика. Ой, а с этой стороны, наверное, будет, наверное, попадать солнышко. Ну, вот как-то вот так. Видно, насколько она умничка, красоточка. И вот такой вот у нее большой размерчик. Идем дальше. Здесь я ухитрилась немножко перевернуть орхидейку. Надо прибраться. Посмотрите, это моя бабулеточка. Гонит уже второй листик. Уже отцвела. Что у нас тут? Здесь вот такой уже большой лист. Там сразу где-то прям даже корень я видела. Как-то ухитрился вырасти вон там в глубине. Ну и, конечно, она еще цветет. Уже скоро, наверное, тоже будет отцветать. Посмотрите, какая лапочка. Крупные очень цветы. Практически выгорает, но не сильно. По сравнению с другими, можно сказать, что и не выгорает. Ну и вот здесь моя бабулеточка, которая тоже меня удивила. Ну, вырастила большой листик, мы видим. И посмотрите, как она у меня цветает. Или вот с той стороны более яркое солнышко. Или как-то вот так. То есть она одну сторону мне все держит, еще цветочки. А одна сторона вся цвела. Конечно, уже немножко цветочки подвыгорели. Но все равно она еще красоточка. Ой, не знаю, как их показать. Засвечивает немножко камера. Вот такая прелесть. Вот так вот видно лучше. Красота моя. Это часть того, что у меня цветет в зале. Остальную часть покажу уже во второй части. Есть еще цветуны, есть еще красотки. А вам хорошего дня, крепкого здоровья, хорошего настроения, радостного, всего самого наилучшего.
Всем пока-пока!